Тяжелыми цепами ударим дружно в лад. Не ленись, будет прок, будет к осени.
Пришла позвать вас на помощь, хлеб убрать. А у нас своя уборка. Убираем мы каморку. Помоги нам, песик милый. Помоги нам, котенька. Ведь цыплятам не под силу. Здорово, тетенька. Съедено до дна. Нам бы по сухарику. Мурзику. И шарику. Делать с тестом нечего, а теперь пора и в печь его. Ты куда? А ты куда? Никуда. И я туда. Уходи с дороги, кошка. Отойди. Отдай мне ложку. Работал в поле, тот свою получит долю. Белоручек лежебок мы не звали на пирог. Возьми, совсем отдам. Нет, спасибо, кушай сам. Спрячьте ваши ложки, там пустые плошки. Мы летаем пирога, не дадим ни крошки. Ну, теперь мы дома. Хорошо погуляли? Все тут?
Все. Пети. Петьки нет. Петька пропал. Как пропал? Куда пропал мой Петенька? Наш Петя пропал. Что случилось? Почему шум? Наш Петя, петушок, пропал. Не паникуй. Это какой же из них Петька? Ну, славненький такой, с хохолком. Да-да-да, припоминаю. С хохолком, бойкий такой парнишка. Надо идти в лес и найти Петю. Ничего с ним не случится. Побегает немножко и прибежит домой, как миленький. Да как же можешь ты так говорить? Собирайся сейчас же! К сожалению, дорогая, я очень занят. Через полчаса я должен кукарекать на трех заборах. И еще вон на том сарае. Ну кому нужно твое кукареканье, когда у всех людей электронные будильники, транзисторы и магнитофоны? Я иду в лес одна. Как? Совсем одна? Да. А вас, соседка, попрошу присмотреть за моими цыплятами. Не беспокойтесь, они прекрасно играют с моими утятами. Мама! Где ты? Эй, ты! Ты что тут делаешь? Я потерялся и хочу домой, к маме. Я могу тебя перевести на ту сторону. Садись на меня верхом, и мы мигом. Я боюсь. Не бойся. Как интересно. А ты кто такой? Я Петя Петушок, золотой гребешек. А я лягушонок. Квак-квак. Ну куда же мне теперь идти? Иди все прямо и прямо. И ничего не бойся. Что я вижу? Кури рыться в лесу. Чудеса. У меня, понимаешь, цыпленок пропал. Не видала его? Не видала, не встречала. Не найдешь ты его. И сама тут заблудишься. Каркаешь еще. Вот глупая. Курица она есть курица. Куриная слепота. С кем это ты беседовала? Да я тут с курицей одной поболтала. Она своего цыпленка ищет. Вот это мне подарочек. Ищу цыпленочек. Где же они? В ту сторону побежала карр. Вот хорошо. Цыпленок на завтрак, а курица на обед. Эй, тетя курица, чего задумались? Да вот цыпленочка своего ищу. А я его только что на ту сторону переправил. Жив? Какое счастье! Ну как же мне попасть на тот берег? А вон там есть мелкое место. Куриный брод называется. Там любая курица пройдет, ноги не замочит. Спасибо тебе, милый! Не бойтесь, идите все прямо, прямо. Ваш Петя туда пошел. Эй, лисица, кого чего ищешь? Лягушоночек, миленький, не видал ли ты тут цыпленочка и курочки? Не видал я никакой курочки. Зачем ты меня обманываешь? Здесь же всюду куриные следы. Она, наверное, по мелкому месту прошла. А где тут мелкое место? Где? Где? Говори скорей. Вон там, за тем кустом. Левей, левей иди. Еще левей. Прыгай. Ой, ну смотри же, попадешься мне когда-нибудь. Ох ты негодный, утопить меня захотел. Ва, ва. Привет, чего надо? Тут, понимаешь, курица заблудилась с цыпленком. Надо им дорогу из леса показать. Я в лесу все тропинки знаю. Их лиса преследует. Я твоим друзьям всегда помогу. Говорит все прямо да прямо, а выходит все криво да криво. Что ты тут делаешь, мой миленький? Я, видите ли, заблудился и совсем...
совсем не знаю, что мне делать. А я знаю, что мне делать. Я, например, сейчас буду завтракать. Завтракайте, пожалуйста. Только где же ваш завтрак? А на завтрак я люблю цыплят. Что это? Где это? Кто это? Охотники! Охотники выследили! Ау! Цыпленок! Где ты там? Лиса ушла. Да это я свистел. Меня к тебе лягушонок послал. А кто ты? Мышонок. Я покажу тебе дорогу домой. Бежим скорее. Спрячемся где-нибудь. Ты хороший парень, мышонок. Неужели лиса? Глупая я, мокрая курица. И Петю потеряла, и сама заблудилась. Курица? Мама, мамочка! Не плачь! Петя, Петенька, живой сыночек ты мой! А это мой друг, он меня от лисы спас. Курица. Я обещал Пете проводить его домой. Спасибо тебе, мышонок, за все. Большое спасибо. Ну, а теперь нам пора уходить. Да, а то чего доброго лиса вернется. Никуда не сворачивайте. Со счастливым возвращением. Мама, мама, я дома. Спасибо. Что случилось? Что опять за шум? Петя нашелся. Вот полюбуйтесь, Петух Петрович, на вашего сыночка. А что я говорил? Придет домой, как миленький, а то пропал, погиб. А он тут, как тут. Ну, как герой, кукарекаешь. Не знаю, не пробовал. А ты попробуй. Да, тут, конечно, талант нужен. Но у тебя еще все впереди. Будешь кукарекать. Передаем сигналы точного времени. Кажется, я опять опоздал. Ну ничего, пусть радио играет. А петухи должны... А петух должен кукарекать. Любимые мультики из детства на канале Союз Мультфильм. Подписывайся. Thank you.
убьют. А чего тут бояться? Но ведь я же маленький. Ничего себе маленький. Вот червяк тот маленький, а ты о какой большой. Ой! Да клюнь ты его и все. А как? А вот так. Ага, убежал, испугался. И нечего тебя его бояться. Ну, то-то. А мама твоя найдется. Ну, будь здоров, я пошел. И я пошел. Пока. А я тебя буду искать. Так я не подглядывай. Ну что ты? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Thank you.
адресу?
три котенка. Белый, серый и черный. Увидели мышь. Банки вылезли три белых котенка. Три белых котенка увидели лягушку. Выползли три мокрых котенка. Три мокрых котенка пошли домой. По дороге они обсохли и стали, как были. Белый, серый и черный. Thank you.
с ней одной дружить я буду. Тень со мной повсюду, с ней одной дружить я буду. Я утенок, ря-ря-ря, лужи все мои моря. Ни к чему мне якорь, на себе плыви да крякай. Ни к чему мне якорь, на себе плыви да крякай. Тень не спорит, не ворчит, что не скажешь, промолчит. Если с тенью дружим, то никто другой не нужен. Если с тенью дружим, то никто другой не нужен. Что такое, что случилось? Тень пропала, солнце скрылось. Почему же, почему же, почему? Я не нужен никому. Почему же, почему же, почему? Я не нужен никому. В одиночку из овражка выбираться, братцы, тяжко. Почему? Почему? Я не нужен никому. Почему же, почему же, почему? Я не нужен никому. Мир похож на цветной лук, если рядом с